Сегодня на Театральной площади город простился с заслуженным артистом России, мастером сцены Валерием Бунякиным. Валерий Васильевич ушел из жизни 31 мая после продолжительной болезни. Ему был 71 год. Он сыграл множество ролей на магаданской сцене. Его творчество посчастливилось увидеть нескольким поколениям северян. Ему были подвластны все жанры, от драмы и классики до изысканной драматургии. С уходом Валерия Васильевича Магаданский музыкальный и драматический театр потерял не просто актера, но и просто хорошего человека. Мы с ним очень долго проработали вместе, и сейчас я понимаю, что все мы смертны, и вечная память, Царство Небесное, нашему дорогому коллеге, старшему товарищу, наставнику для многих молодых артистов. Ну и в нашей памяти он останется таким, каким был. Оптимистичным, очень открытым, радушным, скромным человеком и невероятно талантливым артистом. Сегодня мы провожаем в последний путь великого мастера, великого актера, актера русской школы, актера, создавшего, владевшего множество образов, ролей на магаданской сцене в этом нашем театре магаданском на Северной земле. Наверное, роли – это дети. Вот эти дети, эти роли, созданные им в памяти, и та эмоция, которая была им передана и оставлена, она будет жить. По словам поклонников творчества, Валерий Васильевич всегда вежливо благодарил публику за то, что пришли на спектакль, а после постановки отправлялся домой, где был опорой семье, любящим мужем и отцом. Для нашего города Валерий Бунякин был эпохой. На его спектакле всегда шел зритель. О нем говорили, его появление на сцене ждали. Его участие в постановке всегда заведомо определяло успех.